Новогодние праздники как никогда важно тепло домашнего очага. Потому и в январские выходные сотрудники Ивгортеплоэнерго продолжат работать с обращениями жителей по вопросам, связанным с теплоснабжением. Горячая линия предприятия будет доступна и в праздники. Специалисты ответят на любой интересующий вопрос и помогут решить возникшую проблему. Позаботились тепловики о том, чтобы потребители вошли в Новый год без долгов, заплатили за поставленный в декабре ресурс до 31 декабря. Работа касс по приему платежей была продлена. Платить можно любыми имеющимися на сегодня способами. Это значит непосредственно в кассах, которые расположены на территории города Иваново, Ивановского района. Это крупные магазины, это кассы акционерного общества ИГТСК, которые принимают платежи. Также и иные приемщики платежей, которые расположены на территории города Иваново. Их достаточно много. Все они предоставляют возможность оплатить не только в течение недели рабочих дней, но и в субботу-воскресенье.